Танцы до упада, море коктейлей, отличный звук и любимая музыка. Так проходят выходные и праздничные дни на втором этаже центра семейного отдыха «Пингвин». Самый большой зал способен вместить до 250 человек. Если хочется повеселиться, то вам именно сюда. Если желаете отдохнуть от многолюдной толпы и шума, то вам в VIP-зону «Пингвина». Она на третьем этаже. Здесь можно посидеть за чашечкой кофе в приятной компании, просто поболтать или обсудить дела. Не забывайте о просторном и красивом зале для торжеств. Оформить его можно так, как вашей душе угодно и, соответственно, случаю. Будь то свадьба, юбилей или молодежная вечеринка. И этот же зал по совместительству и караоке-бар. Так что, посидев за шикарным столом, ваши гости смогут не только потанцевать, но и от души попеть. Для любителей спорта в «Пингвине» работает отличный спорт-бар. Здесь болельщики могут дать волю эмоциям. А по-другому и не получится наблюдать за ходом состязаний на таком большом экране. И не забывайте, что в любом из перечисленных залов «Пингвина» можно очень вкусно покушать. Рецепт одного из фирменных салатов мы расскажем вам прямо сейчас. Запоминайте! Здравствуйте, я шеф-повар Центра семейного отдыха «Пингвин» Сергей. И сегодня мы будем приготавливать салат. Салат называется «Чезаре». В салат у нас входит огурец, помидоры, филе куриное, орегано, шампиньоны и майонез. Берем шампиньоны и шинкуем их. Нарезаем соломкой куриное филе. Теперь берем эти ингредиенты и идем обжарить. На разогретую сковороду мы выкладываем нарезанное соломкой филе куриное. Его посыпаем орегано, сушеное орегано. Оно придаст пряный вкус куриному филе. Почти куриное филе у нас уже готово. Мы его выкладываем в тарелочку и на этой же сковородочке моментально обжарим грибочки. Теперь берем огуречек и режем его ломтиками. Выкладываем в середину тарелочки. Сверху на огурец мы выкладываем курочку. Теперь на курочку мы выкладываем обжаренные шампиньоны. Выкладываем наш соус. Сюда входит у нас майонез и соевый соус. На соус выкладываем пекинскую капусту. Это декорируем помидоркой. Это теплый салатик чезаре. Этот салатик вы можете спокойно также приготовить у себя дома. Или также прийти к нам в «Пингвин» и отведать это замечательное блюдо. Всем приятного аппетита! Пожалуй, самые благодарные посетители «Пингвина» – это дети. Они радуются каждому мгновению, проведенному в игровом центре. А «Пингвин», в свою очередь, рад их видеть в гостях почаще. Кстати, прямо сейчас можно заполучить очередной билетик на час бесплатного пребывания в детском лабиринте. Угадайте, о какой профессии говорят малыши? Он стрижет, деньги считает, ну там еще занимается своими делами. Например, красит волосы. Он может красить и подстригать, и делать красивые прически. У них плохая прическа. Можно записаться и туда идти. Тебя пострижут, и ты пойдешь домой. Красивый, да? Красивый. И будут все говорить, что ты какой красивый. Это который наряжает людей на конкурсе. И они становятся красивыми. Он делает прически и подбирает одежду. Красит глаза. Делает человека красивым. Подбирает ему платье или какие-нибудь шорты или штаны. Он выбирает шляпы и кепки красивые, чтобы человек стал красивым. Победителем на этот раз становится Игорь Аминев. Он первым догадался, что речь идет о профессии стилист. Игорь получает билет на один час бесплатного пребывания в игровом лабиринте Центра семейного отдыха «Пингвин».